Асбестовские школьницы приняли участие во Всероссийской конференции в Москве, где достойно представили наш город. С 12 по 15 января в Москве в рамках 11-го российского рождественского фестиваля проходила конференция «Юный исследователь». В ней приняли участие почти 200 учащихся школ, гимназий, лицеев из 20 городов России. Наш город и область представляли учащиеся 5 класса школы номер 16 – Ирина Чернова и Виолетта Потапова. Учащиеся представили свои проекты, которые уже прошли заочный тур. Теперь им предстояло защитить свои работы на конференции перед жюри. Ирина представила свой проект «Моя бабушка – мой кумир», где рассказала о своей бабушке, выдающемся тренере Елене Ивановне Сафроновой, и заняла второе место. Мой проект называется «Моя бабушка – мой кумир», и там я рассказываю про свою бабушку, как она начала заниматься спортом, каких успехов она достигла, ну, про Олимпиаду там рассказывала. Она занималась спортивной гимнастикой и стала мастером спорта, и еще когда в 80-м году ее выставили на открытии Олимпиады 80-х годов. Отметим, что Ирина Чернова уже принимала участие в такой конференции в прошлом году. Тогда талантливая девочка заняла первое место. А вот Виолетта Потапова впервые на России защитила свою работу. Оценивающей комиссии она представила проект по безопасности дорожного движения «Сам себе фонарик» и заняла первое место. К этой теме меня подтолкнуло три события в нашем городе. Первое событие – наши учащиеся школы побывали в ГАИ. Там узнали, что самый аварийный участок как раз прилегающий улице к нашей школе. Во-вторых, наша школа находится в поселке, плохо освещенном, и пешеходов в темное время суток не видно. Еще в августе 2015 года произошло трагическое ДТП подростка. Если бы у него были светоотражающие элементы, может быть, и этого ДТП не случилось. Очень долго пришлось ждать защиты своих проектов. Девочки и руководители порядком устали, но выступили с достоинством, очень ярко и четко. После защиты эксперты поблагодарили руководителей делегации из Асбеста за очень грамотные и особенные проекты. Соперники были очень достойные, и мы рады, что все-таки вот нас так отметили высоко. Это были наши первые такие шаги. Я надеюсь, что и девчонки, и другие учащиеся, может быть, и других школ, и нашей школы, чтобы у нас делегация уже побольше была. Мы очень рады принять участие в таком уровне конференции. И я думаю, что в будущем будем тоже принимать дальнейшее участие и радовать город, нашу даже область такими высокими результатами. Ирина и Виолетта также достойно представили нашу область в интеллектуальных играх и олимпиадах, где они взяли первые места. В рамках конференции для ребят была также организована развлекательная программа. Но самым ярким событием была встреча с легендарным писателем Эдуардом Успенским, автором известных произведений, таких как «Крокодил Гена» и «Простоквашино». В конце встречи с писателем каждый ребенок получил памятную книгу автора с автографом. Руководители тоже не отдыхали, а прошли курсы, групповые формы, работы в образовательной среде, традиции и перспективы. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, новости АТВ.